В Москве прошел прием по случаю визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абе. В дипломатическом вечере принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. На торжественном ужине говорили о выстраивании отношений доверия. В ходе приема представители российских и японских деловых кругов заключили порядка 30 соглашений, обсудили перспективы развития экономического сотрудничества. Подписано 28 соглашений, и в рамках именно этого ужина в этом формате состоится обмен соглашениями. И таким образом мы договоримся о том, что мы их реализуем, выстраиваем атмосферу доверия. Мы достигаем взаимовыгодных договоренностей. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе официального приема провел ряд неформальных встреч с представителями японских деловых кругов. Напомним, что между Чувашией и Японией налажено эффективное взаимодействие. Совместно с японской компанией Fujikura Automotive в республике построен завод по производству жгутов, кабелей для автомобилей. Сейчас нашу продукцию покупает концерн Volkswagen. В Чувашии также открыто и успешно функционирует представительство японской компании Yamazaki Mazak, одного из лидеров по производству высокотехнологического металлообрабатывающего оборудования. Внешнеторговый оборот Чувашии с Японией в начале 2017 года в 5,5 раз превысил показатели прошлого года. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.